Обещание от министра сельского хозяйства. Владимир Боля заявил, что фермеры, которые понесли убытки из-за прошлогодней засухи, получат компенсации от государства. Сегодня на брифинге чиновник объяснил, как рассчитают эти выплаты. Сумма зависит от того, насколько пострадал урожай. Суммы распределяются так. Если, согласно документам, речь идет о 60-70% потерянного урожая, то это будет 1000 леев за гектар. Если 70-80%, то 1500 леев за гектар. Если 80-90%, сумма составит 2000 леев за гектар. А если 90-100%, то это будет 2500 леев за гектар. Эти заявления министр сельского хозяйства сделал на фоне фермерских протестов. Накануне аграрии вывезли на дороге сельскохозяйственную технику и заблокировали участки дорог Аргеев, Резина, Кишинев, Бельцы и Кишинев. Сороки. Они требуют предоставить субсидии и распределить дизельное топливо, которое подарили румынские власти. В ходе брифинга Боля заверил, что обещанное горючее дойдет до фермеров, однако его распределение требует времени, поскольку в Молдове хранить топливо негде. В Молдове все резервуары для топлива приватизированы, проданы. У государства нет даже двух канистр для хранения солярки, не говоря уже о национальном резерве, понимаете? И пока правительство ищет пути решения проблем, фермеры продолжают блокировать КПП Леушены Албица.